Программа утилизации добралась до Нижнего Новгорода. Известный автомеханик и по совместительству телеведущий Юрий Сидоренко прокачает нижегородский автохлам. На телеканале ЧС 22 августа стартует новый всероссийский, уже третий по счету сезон программы «Утилизатор», в рамках которой владельцы старых машин встают перед выбором. Утилизировать свой автохлам и получить за него деньги или отдать свою консервную банку на полную прокачку. Так вот, съемки новых выпусков проходят в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород 4212. Давай сразу к делу. Сколько ты хочешь за свою машину? Ну я в этом не разбираюсь, но друзья и знакомые сказали, что 39 тысяч реальная цена. Хорошо, Аня. Слушай, давайте мы репетнем. Я реально не готов. Репетируйте. Идея появилась очень просто. У нас небольшие дворы в Москве, там где я живу, пятиэтажки, небольшие дворы. И стоит куча вот всякого хлама, который просто занимает парковочные места. Вот эти бы машины взять и просто вывезти. Они людям реально не нужны. Вот. И придумалась передача. Потом я пришел с этой идеей на канал. Сели, обсудили, и получилась вот такая передача. Я отправила на телеканал ЧЕ заявку продаж своего автомобиля. Ко мне приехали из программы «Утилизатор». Я думала, что это все обман, но правда выезжают, приезжают. Мы сейчас поехали по России. Почему очень хотел попасть в Нижний Новгород? Потому что у меня мама из Нижнего Новгорода. Вот, и поэтому, соответственно, совместить приятное с полезным, как говорится, и снять, и город посмотреть, и, соответственно, родственников навестить. Заднее левое крыло. Да прикрей здесь, Леша. Ну... Прикольно, сам частенько смотрю ее. Сейчас залез, наверное, на тот же YouTube. Там как бы посмотрел ролики и достаточно заинтересовали эти ролики, как ломают машины. Танком давили. Кран ее поднимала, бросала, она разбивалась, потом ее переезжали трактором гусеничным. Они все, в принципе, такие своеобразные способы по уничтожению, вот. Но там мозг-то работает хорошо, вот. И у нас у каскадеров мозги работают шикарно, поэтому я думаю, что еще будут более интересные, изощренные способы. Нижний Новгород 4461. Я хоть в машинах и не разбираюсь, но планировала получить другую сумму. Хоть и не на какую, Нет, я очень хорошо сейчас сказал. С места не уходим. Планировала получить другую сумму. Вот очень хорошо сказал. И все, и на этом стоп. В планах на будущее сейчас мы обсуждаем грузовой сезон. Мы будем ездить и собирать хлам грузовые машины. Это интересно. И их тоже достаточное количество у нас по стране валяется.